и в синий угол. Добро пожаловать, боец из Ставропольского края. Встречайте, Григорий Кичигин! Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Идет, нет? Добро пожаловать, боец из Грозного. Встречайте, Майрбек Албастов. Итак, знакомьтесь с соперниками. В синем углу клетки 25-летний боец ростом 178 сантиметров и весом 76,9 килограмма. С профессиональным рекордом 3 боя. Одна победа при 2 поражениях. Чемпион 58-й армии по армейскому рукопашному бою. Чемпион Ставропольского края по армейскому рукопашному бою из Пятигорска, Ставропольский край. Ведомый секундантом собственной мамой Григорий Кичигин. И... А?
когда боец из красного угла приведет в порядок экипировку, он будет торжественно представлен. Спасибо. Уважаемые синхрократоры, включите, пожалуйста, какой-нибудь музыкальный фон, чтобы создать настроение в зале. Спасибо, пока спортсмен приводит в порядок экипировку. Итак, представляю вам бойца в красном углу. Ему 29 лет, рост 178 сантиметров, вес 78,1 кг. Это профессиональный дебют бойца по ММА, но он является мастером спорта и призером чемпионата России по вольной борьбе, представляющий бойцовский клуб «Перкул». Yeah.
Да. Может, потом. Так, проверка связи. Нормально. О, сейчас слышу. Так, говори, Володь, что-нибудь. Итак, боец синей экипировки выиграл. Хичинин выиграл, да. Ну все, проверка связи. Выиграл Кимурой. Прием куда-то. Все, работает, спасибо. Обратный узел. Все, да? Есть. Дамы и господа, время остановки боя 3 минуты и 19 секунд первого раунда. Болевым приемом на руку победу одержал Григорий Кичигин! Вместо Руслана Хамзаева награды вручает ринг-анонсер Чеченской Республики, председатель Ломали. Ваши аплодисменты, дамы и господа! Фрагменты третьего поединка сегодняшнего вечера. Таким эффектным броском опускает партер соперника сейчас Мэрбек Албастов. Мы видели, что очень активен был чеченский боец, представитель клуба «Беркут». У него такими бросками он все время работал. Он два раза провел броски и достаточно эффективно, но в результате отдал левую руку, и боец из Ставрополя выиграл обратным узлом. Или Кимуры, как сейчас принято говорить. Вот мы видим фрагменты этого эпизода. И Григорий Кичигин вслед за братом Виктором Кичигиным, представитель Ставропольского края, одерживает победу. Так же, как и его брат, он одержал победу досрочно. Его брат, как мы помним, выиграл удушающим приемом. Виктор Кичигин, у Шамиля Шахбулатова. Да, а он выиграл болевым.